Всем доброе утро от Бэтмена! Всем привет! Наконец-то я в кадре. Простите за внешний вид, но мне сейчас не до моего вида, потому что дни у нас тяжелые, как я сказала, и этот не исключение, во-первых. А во-вторых, на улице вот такая вот погода. Эта подушка, не обращайте внимания, она от ветра улетела. Она для улицы специальная, так что мы не кидаемся подушками на улице, не бойтесь. У нас был гром. Представляете? И ливень. Сейчас быстро прекратилась. Погода шепчет. Непонятно. Я за монтажом, потому что вчера я не обработала влог. И это, как всегда, создает проблемы дополнительные. Что ж поделать? Что еще вам сказать? Мучаемся сейчас зубами, насморк, особенно когда малыш засыпает, он много кашляет, и стараемся давать ему перед сном этот сироп от кашля, мукус. Помогает, кстати, блин, рекомендую всем, у кого дети кашляют, по любой причине, даже из-за зубов, давать этот сироп мукус, это облегчит вам жизнь, и они, во-первых, а во-вторых, у них будет жизнь легче, они будут спать лучше, потому что все накапливается, и когда ребенок кашляет во сне, он не спит как надо, сбивает сон, и все это как круг создает проблемы еще больше. В общем, кому нужны проблемы, а самое главное, дети должны быть здоровы. Так что вот так, я иду дальше монтировать. Наш супергерой Бэтмен проснулся. Сладусик такой. Такой миленький, когда высыпается. Такой хорош. Выспался наконец-то. Он смог поспать. А то мы мучились эти пару дней. Очень. Сейчас нужно стараться, наверное, даже дома сидеть, чтобы только он отдыхал. Да. Мое счастье. У нас на улице погода. Что такое? Любовь вот такая у нас, вы видите? Как он не любит целоваться. Да. Ты что, краснеешь? Любимый. Смотри, Тосик. На улице ливень. Просто зацелую этого мальчика. Да. Ты дал поцелуй маме? Это было больно. Носиком там, ду-ду. Все. Мама приняла на себя удар. Ай-яй-яй. Все, целуемся. Просмотрите просто, как этот босс кушает, в какой позе он находится. Бэтмены лежат, когда кушают. Ну, а я уже готова, как вы видите, я надела свою любимую рубашку. Это моя любимая рубашка, потому что она с лисами. Собрала волосы, потому что с малышом в последнее время туго, с распущенными, даже с косой, не то что. Поэтому я собираю как только можно. Сейчас, а куда мы собираемся? Я даже не знаю. Куда-то с дому выйти, наконец-то. На улице, конечно, погода летняя, как будто летний ливень такой. Тепло, слава богу. Не так холодно, нет минусов. Тоже. Кто счастлив? Малыш. Под дождем, но под зонтиком, да? Да. Он говорит, боже мой, какой любит дождь. Ну, а я выгляжу вот так. Не знаю, как поставить, так, чтобы было меня видно. В общем, надела вот такое пальто свое. Даже не красилась вообще. Но мы здесь по месту. Просто на улице тепло и не хочется теплую куртку надевать. Одела пальто. Малыш, у тебя шапка такая крутая. Стоит прямо на голове у тебя. Говорит, а где ей еще? Никак не на голове быть. Видите, он разодрал свою родинку опять на глаза. Только сняли, не успели, проглядели, чуть-чуть потер глаз и все. Ну ничего, мы заклеили очень вовремя, не успела покровить даже. Да, Сладосик? Смотри, ты сидишь, да? Говорит, не уверена, но сижу. Пытаюсь. Да, мы пришли в Росс посмотреть
Что тут красивого? А тут, смотрите, Пасха. Всякие кролики, милотки всякие. У нас такие есть уже. Тройка разных. Вот здесь красиво, смотри, посуда всякая. Для яиц вот это вообще красиво очень. А это для сахара, наверное. Классные тряпочки. А это для свечей. Смотрите, какая красота. Тоже в пасхальном стиле вот таком. В общем, всего разного. Смотрите, гирлянда вот такая на батарейках в форме кроликов. Всякие полотенца, яйца. О, здесь кто-то поставил, видно, детскую. Ты смотришь чехлы? Я смотрю кабель для зарядки 10 фитов. А знаешь, у нас есть на втором этаже, я нашла несколько новых в упаковке. Да? Ага. Не знаю, какие, правда. Не знаю, но хорошие. Да. Вот здесь чемоданы, здесь мужской отдел. Посмотрим с вами, что здесь еще есть. Есть подстилки вот такие классные. Кто там? Папа завел машину? Да? Вот такой вот у нас порядок наводится каждый день. Мы смотрим лучше всех. Сладусик, поспал сегодня хотя бы нормально, то что вчера. И вот так каждый раз он останавливается во время своей игры и смотрит на мою реакцию. Если я не реагирую, то он начинает ныть. Я это уже не первый раз заметила, и каждый раз я ловлю его взгляд и начинаю с ним разговаривать, и тогда он отворачивается обратно и играется дальше со своими игрушками. Вот такой вот у нас парень. Любит внимание. Да, счастье? Ты любишь внимание? Ты любишь внимание? Львашка, где ты уже? Смотри, скоро на пол пойдешь. У нас на улице гремит, гроза, ветер. В общем, у нас предупреждение о торнадо. Конечно, здесь каждый дождь чуть ли не предупреждение о торнадо. Я не верю, что оно будет. Может быть, и будет там, где поля и открытая местность. Но нам это не грозит, надеюсь. Хочу порассуждать на тему Бузовой. О, да, вы не ослышались. Это именно о том, о чем я хочу сейчас поговорить. Я посмотрела видео Ани Зеленцовой. Если ты меня смотришь, тебе большой привет. Я полностью с тобой согласна в том, что ты сказала на видео. Это, конечно, правда. Был музыкальный фестиваль. Я не знаю, как точно он назывался. Но в этом фестивале награждали Бузову. И награждала ее Лолита Милявская. Я не буду вставлять кусочек видео, просто расскажу вам о том, как абсурдно была эта ситуация. И Лолита, как всегда, вы слышите, это гром. Лолита, как всегда, прямолинейная женщина, высказывает все в лоб. И она позволила себе матюкнуться одним словом. Кому интересно, вы сами найдете и посмотрите. И Бузова поддержала ее в этом и то же самое сказала. Это не такой мат, знаете, легкий, а конкретный мат. Я не буду его говорить, потому что мое воспитание мне это не позволяет. Но, тем не менее, там были дети в этой студии, в этом концертном зале. И даже показали на видео. И как позволили себе эти две взрослые женщины сказать такие слова, это, конечно, мерзко, это действительно мерзко и некрасиво, я считаю. И вообще, как такое допускает телевидение, я без понятия вообще, потому что, ну, блин, это абсурдно. На самом деле, ладно, если бы там стояли ограничения по возрасту или в Ютубе, все это, но на самом-то деле ограничений не было, и в самом зале были дети, вот это, и
конечно, не очень ситуация. Так что, да, высказала свое мнение. Я никогда не была фанаткой Бузовой. Она мне не симпатизирует, но мне на нее, как сказать, просто все равно. Но эта ситуация, я, Аня, с тобой полностью согласна. Поддерживаю в этом. Действительно так.